Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт романс» на стихи, найденные в интернете, стихи Наташи Корецкая. Композиция называется «Когда о страсти». Музыка исполнения Самуила Фрумовича из цикла «Ожившая поэзия». Все как и прежде, только ночь уже не ждет моих бессонниц и звезд за облачных сторонниц уводит сон куда-то прочь. И звезд за облачных сторонниц уводит сон куда-то прочь. И я растерянно бегу любви бурлящего кипения, и только тихо стремление души к душе я берегу, и только тихое стремление душа к душе я берегу, твердя, что это то ли напасть, то ли вражба и наваждение. И вот пред новым в изумлении, о чудеса, лучится страсть. И вот пред новым в изумлении, лучится страсть. Не пожалею ни о чем, и остаюсь необреченной, но только с небом обрученной. Но только с небом обрученной или с мечтами о нем. Только с небом обрученной или с мечтанием о нем. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фрумович. Музыкальная композиция «Экспромт. Когда о страсти». Музыка исполнения Самуила Фрумовича, стихи Наташи Корецкой из цикла «Ожившая поэзия».